Чистые берега реки Есиль. Порядка 50 человек сегодня убирали мусор вблизи главного водоема Петропавловска. На экологическую акцию студенты и чиновники пришли подготовленными, вооружились мешками и перчатками. Подробности у Ксении Куценко. За работу участники акции приступают дружно. Инвентарь получен. Госслужащие и студенты идут по побережью. Буквально 10 минут работы, и первые мешки мусора уже складывают в машину. Акция «Чистые водоемы» республиканская проходит четвертый год подряд. В течение месяца от мусора очищают побережье рек, озер, а также убирают из воды сети. В нашем регионе около 400 рыбохозяйственных водоемов. Больше, чем у половины, есть арендаторы. Там берега уже очистили, собрали свыше 4 тонн мусора. А вот убирать возле реки Есиль активисты призывают всех неравнодушных североказахстанцев. Основная идея заключается в том, чтобы молодежи привить бережное отношение к природе, к окружающей среде, чтобы оставить после себя чистую, как говорится, окружающую среду. Сегодня было задействовано порядка 40 человек студентов различных учебных заведений, ну и сотрудников управления и территориальной инспекции. Побережье большое, мусора скопилось немало. Эта часть набережной – излюбленное место отдыха горожан. Надеемся, что после нашей уборки такие же чистые берега останутся до следующего года. Планируем вывести полностью все в этой стороне. Полигон принимает у нас это безвозмездно. То есть мы вывозим весь этот мусор, вывозим на полигон. Возможно, сегодня мы сделаем сортировку и пластиковые бутылки. После сортировки мы передадим на вторичную переработку. Присоединяются к акции и простые горожане. Вот полный мешок мусора несут к машине учащейся 9-й школы. Ребята катались здесь на велосипедах и, увидев, что идет уборка, сразу же взялись помогать взрослым. Мы уже третий мешок начали собирать. В основном много бутылок. Люди много мусорят на побережье реки Шим. Люди сами это засоряют и как сами дышат. Или купаются в этом же. Приготовили для мусора 120 мешков, но если потребуется, привезут еще, говорят организаторы экоакции. В планах убрать не только берега в 20-м микрорайоне. Закончив здесь, поедут дальше, за дамбу. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.